Им совершенно все равно, что вы любите и чего хотите. Для них вы бойцы. А еще обиднее стать бойцом-участником унизительного аттракциона – боев без правил. Если вы выступаете за торжество закона, то и отвечать придется по закону. И не толпой, а персонально. Были там и те, кто пришел по случаю. Кто-то пришел посмотреть, кто-то пришел за компанию, кто-то кому-то захотелось потусоваться. Давно не было того, что молодые люди называют «движ». Ваши ценности для них – разменная монета, рычаг, инструмент. Только кажется, что они вас лучше понимают, чем родители и учителя. Но посмотрите на этот диалог чуть-чуть со стороны. Невозможно не заметить. Вас не понимают, вас используют.